Проведено дание земельных делянок для индивидуального дачного будильства в селе Холодная Балка. Вот это все изменения, которые мы... Можно я вам напомню? В 2011 году я обратился к вам как депутат, чтобы мы сделали уличное освещение хотя бы на центральной улице санаторной. На что вы выступили и всем депутатам четко объяснили. У нас в первую очередь есть недостроенный дом культуры и детский садик, который нам надо срочно восстановить. Сегодня получается мы на освещение 626 тысяч тратим на уличное освещение. Нету никакого. Вы понимаете, я вам объясняю просто. Я объясняю, какими вы дали... такими благими вы перед выборами за две недели до выборов. Вы лично. 626 тысяч тратите на уличное освещение. Не я даю. А кто? А сельский совет хочет депутаты, осветить. То есть депутаты забирают с капремонта арт-сердобовины по улице Школьной 120 тысяч гривен. Мы ее не будем делать. Так вы ее за 30 лет не сделали, у людей нету воды. Я не понимаю, почему мы должны сегодня забрать капремонта гибли до помежного господарства. Вам трудно понять, наверное. А я вам говорю, в этом году мы капитальные ремонты не сделаем. Это экспертиза. Это вы 30 лет председатель сельсовета. Садика нету, Владимир Дмитриевич. Очередь стоит. А вы делаете освещение на больше полмиллиона гривен. Я только вас. Пропонуется проект решения про выплату премии сільському голові за серпень і вересень 15-го. Значить, за особистий вклад загальні результати роботи. Значить, ні в серпні, ні в вересні премія мені не виплачувалася. А результати якої роботи? Значить, хто за те, щоб прийняти його за основу, прошу проголосувати. Проти? Один. Приймає.